Доброе утро, всем доброе утро, доброе утро, доброе утро. Боже, какая красота. Ой, холодно. Сегодня шикарная погода. Друзья, мы в отеле Selectum Family Resort. Ой, народу уже столько, все идут на завтрак, смотрите. Сейчас мы тоже пойдем завтракать. Отель находится в Белеке. Это недалеко от аэропорта, примерно минут 30-40 ехать. Смотрите, какая здесь речка. Мы только проснулись. Сейчас пойдем одеваться. И на море. Сегодня хотим на море. Пойти позагорать. Вчера погода не очень была. Вчера дождик был. И у нас толком ничего не получилось. Только пришли на пляж, сразу свернулись. Дождь пошел. Сегодня прекрасная погода. 27 градусов тепла обещают. Класс. Что там? А карточку там надо забрать. Карточку забери. Красота там? Да. Щиток. Это щиток. Смотрите, это роза. Кто-то сорвал цветочек, да? Это уже первый? Нет. Уже в бассейне вон купаться. Не знаю, в бассейне вода такая холодная, мне кажется. Купаться. Ну, там дети долго купаются. Кстати, есть закрытый бассейн, но он небольшой здесь. Закрытый. Ну, я видела там вечером, это, пристали. Да, ну, приехать. Это зимой можно в закрытом, а сейчас-то не так уж и холодно. Нет, закрытого бассейна. Холодно. Зимой не холодно в закрытом бассейне. Домик для птичек? Да, еще вот видите, что такое. Да. Это что такое? Холодно? Мне не холодно. Сегодня день холодно. Холодно. В прошлый раз, не помню, показывала, нет, здесь очень вкусные бюреки. Вообще просто обалденно. И готовят прям при вас. Здесь их раскатывают, тесто раскатывают. И... делают. Когда-то мне написали, почему, он говорит, руками все. Ну вот, не знаю, обычно всегда так делают вот с мясом. Очень вкусные. Свежие. Я говорю, в отеле первый раз вижу. А, и с сыром еще делают. Чтобы прям раскатывали тесто и делали бюреки. Обычно они уже готовые кладут, а тут вот прям в печечке. Вот они. А сыр мы? Лайгасин. Вчера поздно на завтрак пришли, сегодня пораньше, значит, надо будет уезжать еще. Ладно, будем брать. О, Демир там уже хозяйничает. Дети у нас обычно сами все берут, Керему чуть помогаем, а Демир уже взрослый, поэтому он сам все выбирает. Покажу вам, как делают. Смотрите. Просто если делать это в перчатках, мне кажется, не получится такой эффект. Это кремалы стюмат. Еще на икси кремалы добавим онлары. Такие вот тонкие-тонкие листы. Смотрите, насколько тонкие, насколько большие листы. Ой, там рвется у него. Afiyet olsun. Orada şimdi bayan var. Kaçta? Bir kurban birinde daha kıymalı bir vatandaş geldi bunun içinde.
Обалдеть. Что ты отрезал? Кыймалы. Баяни кыймалы istiyor. Orada tabağın yerine de bir abimiz geldi. Tabak bıraktı kıymalı için. С мясом делают бюреки. Мне кажется, это очень тяжело так делать. Бюреки будешь? Раз, свернули, все, готово. Доброе утро еще раз всем. Отправила маму с детьми на пляж. Сама еду сейчас в аптеку, нужно съездить. Не для меня, меня просто попросили. Вообще, даже я предложила съездить. Вот, поеду сейчас съезжу. Машина здесь рядышком, поэтому не проблема. Съезжу, потом уже на море пойду купаться. Хорошо позавтракали. Как вам, кстати, бюреки делают? Интересно, да? Мне очень... В прошлый раз мне они понравились, очень вкусные. За ними очередь такая. Вот сколько раз была в отеле, обычно... Обычно эти бюреки готовы уже лежат. И обычно их никто не берет, потому что, ну, вроде как бюреки и бюреки. А тут прям при вас их делают. Все свеженькое. И, конечно же, хочется взять попробовать. Вот. Ладно, поехала я. Я уже съездила в Айкики, купила себе джинсы, маме носки. Пришла в номер наш. А здесь какая-то бумажка. Давайте посмотрим, что здесь написано. Так, добро пожаловать в отель. Ну, в общем, хорошие пожелания, хорошего вам отдыха и все такое от генерального директора. Классно. Наверное, номеры уже убрались. Переоделась и бегу быстрее на пляж к детям. Маме позвонила, она говорит, все на пляже. Я думала, она их уже в детский клуб отправила. Нет, все на пляже. Не знаю, что купались они, не купались. Сейчас пойдем посмотрим. Я уже хочу открыть пляжный сезон. Не знаю, открою. Сегодня не открою. Ну, я бы не сказала, что прям жара. В Тимке, например, не очень жарко. А на солнце сейчас посмотрим. Мой план сегодня загореть. Хорошо загореть. Поэтому буду прямо сейчас активно загорать. Какая красота! Не перестаю повторять, что очень солнечно, ярко, красиво, уютный очень отель. Конечно, классный. Пришла на пляж, а дети тут на весь пляж разложились просто. Игрушки, все. Мама говорит, еле место нашла, сегодня погода хорошая. Поэтому все занято, все шезлонги, все. Вот, ну хочу до моря дойти сейчас. Дети целый день мороженое едят. Здесь бесплатное мороженое. Кирея. И Настя тоже хочет. Настя тоже хочет. Ответьте, папа. О, кусенька, да? Да. Ну что, идем к морю? Какой? Не знаю. О, какой тут ветер. Не знаю. У меня загар, конечно, шорт такой конкретный. Может, сегодня загорю хоть. Не знаю, потрогаем водичку. Холодная? О! Холодная. Керем у нас самый смелый. Не брызгайся. Не брызгайся.
Да, Настя у меня на ручках тоже. О, нет, вода, кстати, классная. Иди сюда. Давай, давай. Нет, Эмир, если в воде поставите, все нормально. Давай, Настя тебя кричит. Иди сюда. Давай, надую. Ныряй. Кирилл, не надо, не трогай, холодно. Смотри, Кирилл уже окунулся. Вот, Кирилл, молодец. Не надо телефон. Нет, телефон нельзя в воду. Я покупалась наполовину, зашла, а Демир полностью покупался. Как тебе? Где ты, Демир? Как тебе? Нормально, овощи. Хорошо, да, водичка? Пойдет сейчас в мини-клуб чуть-чуть, давай чуть-чуть поиграешь, потом пойдем обедать уже. Уже обед. Да, я пошла Настю спать укладывать, она поспит чуть-чуть. Да, мы тебя заберем, пойдем обедать туда. В кафешку сегодня обед у нас будет. Кирилл у нас тоже при деле. Здесь у нас отдыхает Наталья с Андреем. Наши подписчики, ну, уже как хорошие друзья, потому что уже не один год мы дружим, общаемся, и так получилось, что они тоже отдыхают в этом отеле, ну, мы знали, и вот с ними вместе смотрите, 100%, привет, привет вам, и Кирилл вот с ними пошел гулять. За ручку такой деловой, он у меня общительный очень, со всеми любит общаться. Вот, все при деле, рада, очень такая домашняя обстановка, очень много, да, тоже встретила и подписчиков здесь, и прям очень-очень мне нравится. Ой, прям, ну, отдых-отдых, нет вот этой вот беготни какой-то туда-сюда, все довольны, Настя довольна, мне маме тоже все нравится, слава богу, в общем так. Мы пришли пообедать, будем кушать пиццу, пришли в кафе, которое здесь вот, да, возле бассейна. Вчера возле моря были, сегодня возле бассейна. Много всего назаказывали, голодные уже, завтракали сегодня очень рано утром. Поэтому приборы подальше от Насти уберем. Это мой загар, кстати, от часов, смотрите. Сняла специально, чтобы позагорать. Мне принесли фетучини с грибами, с курицей. Маме салат принесли греческий с луком. Да. А у меня будут такие вот горошки. И мы заказали фахиту с говядиной. Так вот, красивая такая подача прям. Здесь макароны, кстати, очень вкусные, прям попробовала, вообще обалденные. И на десерт у нас турецкий десерт. Забыла, как называется. Муха, чего-то муха. Муха бе... Не могу это слово выговорить. Но... На букву М. Да, ну, вкусный такой десертик, конечно, стоит попробовать. Мама взяла еще чизкейк. Тоже такой же десерт. Мы уже пообедали и идем с мамой, наверное, не знаю, на море сходим, к речке сходим, к речке, либо на море, такой выбор большой прям. Вот, и уже пойдем потом в детский клуб. Ну, в общем, программа еще будет у нас такая сегодня обильная. Мы по полной везде участвуем, везде ходим, везде все посещаем, ничего не пропускаем. Вот, так что смотрите, следующее видео будет также интересно. И не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.